Привет, друзья, прогрессивный, это истинный следователь, обзор еды, но это алкоголь, бухло, Монточока, коньяк, под Францию типа сделано, почему-то российский и французский, но это вечно это заискивание, потому что сознательно понимает, что свое делают херово, ну давайте дурачков приманим, типа французской марочкой, а нальем говно водку россыпную туда, низкого качества. Вот, производитель вы можете сейчас прочитать, это кандидат шампанских вин Росинка, Самарская область, город Тольятти, улица Коммунальная, 42. Короче, воняет сильно спиртом, спирт не особо качественный. Он не мега плохой, но такой вонюченькая водочка такая, вот и все. Поэтому говняный алкоголь стоит 500 рублей. Покупателей нет, сами уж думайте. Всем пока.